чего-то или что-то охота понять. Пойдите и спросите седого звездочета, он рядом рукою подать. На все вопросы в мире есть у него ответы, прочел 3000 книг. Выучился небо, измерил все планеты и позволит вам взглянуть на них. Там на большой высоте даже сказать страшно мне. Звезды висят, когда глядишь на небо в трубу или просто в окно. Но правда в это время ни дождика, ни снега на улице быть не должно. Тогда среди несметных сокровищ небосвода найдется звезда и для тебя. Чтобы хорошая погода была на планете Земля. Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, и получилась млечная дорога. Очень красиво сходит и заходит. Светлана Токтарова перед вами была. Друзья мои, я вот ее знал еще лет. И всегда думал, что она исключительно поэтесса, а оказалось, что она еще великолепно поет. Это так здорово вообще получилось. Светлана Токтарова! А сейчас перед вами выступит человек. Вот вы знаете, вот нам мы, наверное, гордимся тем, что мы открываем новых людей. Открываем периодически, и слава Богу, новых талантливых людей, красивые стихи. Константин Карасев перед вами. Открытие этого года. Наше открытие. Здравствуйте. Я прочту два маленьких сонета. Они
вот я мальчики. Пройдись по улицам Москвы. Пройдись по улицам Москвы, последний день большого лета. Твой летний флёр из головы уходит с призраком рассвета. Придет зима и холод с ней, а ты неспешно вспоминаешь тот аромат июльских дней, и календарь назад листаешь. Среди ненастных холодов опять придут воспоминания о наваждении летних снов, мечты, задумки и желания. Букетом этой чистоты оставишь его из жизни ты. Спасибо. Осенние мотивы. Осенний парк встречает тишиной, уже не слышно птиц разноголосье. Луч солнца ласков, но слегка больной предзимьем чувств, он снова переносит нас в буйство лета, в щедрые те дни, когда мы плыли в счастье опьянения, в разливе чувств, как будто мы одни от жизни брали сладкие мгновения. Но осень нам итоги подсчитает, так солнце луч перед грозою тает, так прелесть лета тихо убегает. Я эту память сердца не нарушу, как всплеск волны ласкает нежно сушу, как лист увядший падает на душу. Спасибо. Всего вам доброго. Друзья мои, Константин Карасев, открытие нашего этого года, в конце, так сказать, очень приятно было его представить. А сейчас перед вами выступит наш старый участник такой, но молодой изо всех сил, и очень добрый человек, лучистый добрый человек. Александр Смирнов, встречайте! Добрый день. Проходит день ценою век. Уж сколько кануло их вечность, все чаще мыслит человек, все реже ценит он беспечность. Еще восход, еще закат, но путь, проложенный меж ними, судьбой ведется наугад, бросая из огня в полымя. И эту бесполезность дней, что в юности не напрягает, терпеть с годами все больнее, ведь жизнь с рождением угасает. Еще восход, еще закат, владыкой надо быть между ними, чтоб до погоста был парад, где на знаменах твое имя. Еще одно несбывшееся чудо, еще один закончившийся день, и горло мучит летняя простуда, и рядом не видна другая тень. И вроде бы из тех, кто хочет эту тень отбросить, сидя в погожий день плечом к плечу, так что ж ты, мой доброжелатель, спросит, а я отвечу, этих не хочу. Я не хочу замотанных делами в дресс-кодовом костюме по колено, когда нет времени мужу позвонить и маме, а ночью равнодушно, как полено. Я не хочу то, что ежеминутно звонит по телефону, как, сынок, а на мужчину смотрит так, попутно, как на надкушенный и брошенный сырок. Я не хочу рожденную далече, с кем сложен разговор различного воспитания, а слог мой то серьезен, то беспечен и непонятен, хоть видно старание. Я не хочу самоуверенных в любых ответах, самодостаточных, самовлюбленных, да и прочие само, которые тебя окутывают словно сети и выделяют место статуэткой на трюмо. Я не хочу, да Бог с ним, с нехотением. Хочу, вот это важно и понятно, хочу, которое счастливо будет от прикосновения руки к руке, плечу к плечу стократно, которое подарит... Что-то немножко забыл.
и примет от тебя такое же внимание. А если что-то вдруг застонет, то этот стон смягчит своим вниманием. И этот образ вовсе не химера, но нет пока путей пересечения. Ну что ж, пока еще и не иссякла вера, а значит, есть желание и стремление. Вечер темный за оконцем, вьюга серебрится там, звезды светятся в колодце, тянут руки к небесам. Вдоль дороги у лесочка путник бродит запоздалый, изги не видно, ну и ночка, снег бросается, как шары. Из полиницы, покрытой изморози белой кашей, старый дед к земле прибитый тянет досточку покраше. Этой досточкой согреет он себя, своих детей станет жарко. А истлеет он, возьмет другую к ней. Хорошо в тепле у печки посидеть, поговорить, ватник, кинутый на плечи, дымом трубки обкурить. Тишина, покой, блаженство. Деревенским не понять. Возвращаешься, как в детство, можно петь, плясать, играть. Надо раз хотя бы в год от толкания городского из квартир стандартных сот в глушь бежать, где счастье ново. Спасибо. Это был Александр Смирнов. А сейчас выступают Елена Суглобова и Алексей Пронин. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас заключительное выступление в Сокольниках в этом сезоне, но надеемся встретить вас и в следующем. И сегодня я хочу познакомить вас со своей песней на стихи Ирины Букиной. Песня «Когда-то вам». Огни, дожди, прощания, трамваи.
удачи плода. По-прежнему не знаешь женской власти. Оставь дела, пойдем в пусты к садам. Шуршать листвой и говорить о счастье. Прости, что не сумела увлечь тебя от остроумных и красивых. Извините. А сейчас перед вами выступит букет, да? Раскрой букет. А теперь перед вами выступит Татьяна Лебедь. Извините, пожалуйста, за заминку.
Вот, как я люблю, представляете, дам. Вот, а эта дама у нас творческая со всех сторон. Она поет, она пишет, она... Это кошмар. Вот. Встречайте, пожалуйста, Диана Лебедь. Здравствуйте, дорогие друзья. Я хотела просто напомнить, что в сентябре есть замечательная дата. А какая, вы сейчас сразу знаете. Красною кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов, день был субботний, Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть красной рябины горькую кисть. Конечно же, это стихотворение Мариночки Цветаевой, которая написала его в 1916 году в канун своего 26-летия. И 26 сентября мы праздновали ее день рождения. И у меня есть маленькое стихотворение, которое я посвятила Марине в 17 году. Флора, цветок, огонек, что ж ты, мир, деву для нас не сберег? Ум и талант, воля, честь, нежная, крепкая, все в ней есть. Пела словами для нас песню хрупкой души, стойкой для всех, песню, где радость подчас в боль превращается, в жизнь без утех. Песня-то льется рекой, бурные воды неся без оков, вечно манящий к себе, молодой, будешь во веки веков. А сейчас прозвучит чудесная песня, поскольку мы прощаемся с этим парком, с этим прекрасным небесным куполом, приютившим нас на лето. Я хочу попрощаться с вами этой песней. Слова Владимира Масса, Михаила Червинского, музыка Исаака Дунаевского. Дорогие москвичи! Дорогие мои москвичи.
Татьяна Лебедь перед вами выступала. Замечательная наша женщина. А теперь перед вами выступит замечательный дуэт семейный. Вот, собственно говоря, друзья мои, что такое вот идиллия, что такое Бог и вообще это вот когда люди находят гармонию, полную гармонию, а семья это гармония, а творческая семья это вдвойне гармония. Наверное, много уже наговорил. Дуэт Новиковых перед вами выступает. Встречайте, пожалуйста! Как после этого выступать? Вот тут брать и выступать. Неправда. Нет у нас ни главных, ни не главных. У нас есть либо люди, либо не люди. Мы сейчас споем песню, премьера которой прозвучала в этом году на этой сцене. Поэтому нам вдвойне приятно эту песню исполнить сейчас и сейчас. Стихи Ибн Ильяса, музыка Виталия. Голубой квадрат.
стихи Льва Иуглева. Музыка Виталия. Осенний вальс. Устроили листья, кто в год карнавал, похвалились друг перед другом. Померный танец тебя целовал, тот вальс был затеян чудом. Затейливым чудом, затейливым чудом. И звезды на небе пусть все горят, и песни пусть все отпоются. Я этот осенний запомню закат, где волки огромные смеются. Он долго пролетал там.
время, понимаете, бардовской музыки и рока. Вот, и джаза, и всего, что можно, всего, что можно душевного. Друзья мои, это просто великолепный люди. Дорогие друзья, вот и подошел к концу наш заключительный концерт, третий сезон. Но мы не хотим просто так вот взять и распрощаться без последнего какого-то вот заключительного, знаете, вот такого аккорда дембельского. Сейчас мы представим вам тех, кто выступал. Сегодня перед вами выступали Елена Суклобова и Алексей Пронин, Семен Гонсалес, Елена Юдина, Татьяна Лебедь, Антон Беляев, Светлана Тахтар, Наталья Сидорова, Ольга Шаронова, Борис Бочаров, Татьяна Хатина, Константин Карасев, Евгений Попков, Татьяна Чеглова, Александр Смирнов, Виталий и Елена Новикова. Друзья мои, все имеет свое начало, все имеет свой конец. К сожалению, этот сезон у нас заканчивается. Вот. Но мы бы хотели еще по маленькому стихотворению прочитать вам и прочитать себе, чтобы вы поняли наши души, а мы поняли ваши, не знаю. А мы все учимся друг от друга. Друзья мои, по прощальному стихотворению от нас, пожалуйста. Я соткала свой мир из грез, из позолоченных мечтаний, из хрупкости застывших слез, из тайны призрачных желаний, из самой искренней любви с покорным трепетом к живому. И пусть осенние дожди не омрачат ударом грома мой мир, в котором я живу. И быть не может по-другому. Браво! Спасибо. А я вам на прощание хочу, так сказать, спеть один куплет из песни. Называется «Слава Богу». Это всем нам. Мысли на сердце просты, грубы, не молю о чуде. Знаю, есть на свете ты, дальше будь что будет. Счастье сила на плечо. Почему? С какой я, кстати, верю, с какой я стати лгу и праздную потерю, подняв глаза глазеть, как улетают сапли, что серый лишь на треть, а белые ни капли, и насекомых след, как след, фотку сторонний. Попробуй не надеть шелк паутины сонной. Thank you.
построй мне храм в своей душе, зажги в нем свечи, изобрази в карандаше и дождь, и вечер. Пусть там по клавишам стучат ветрарки оркестра, моя бездомная душа не знает места. Спасибо. Колокольчики звенели, колокольчики звенят, колокольчики, поверьте, никогда не истребят. Пока солнце светит в небе, пока травушка цветет, будут в Руси поэты. Уже сентябрь, но солнце блещет, а воздух нов и свеж, и чист, и на ветру дрожат и трепещет еще совсем зеленый лист. Свежа сентябрьская погода, и зноя летнего не жаль, у голубого небосвода такая светлая печаль. И звезды светят ночью ясной, с высот, с небес, издалека. Опять нам лгут, что жизнь прекрасна, а смерть спасительно легка. Сергей Есенин, Божья дудка, России солнечный поэт, твоих стихов тот негасимый свет, звенит, звенит в них каждая минутка. Кружение слов, такая глубина, такая боль, величие и сила. На крыльях ангела судьба тебя носила, но ждал своих мгновений сатана. Лесов рязанский, златокудрый лень, твой голос вольный, страстный и мятежный, как птица тройка по России снежной. Звенит бубенчиков есенинская трель, Сергей Есенин, Божья дудка. Восторгался тобой, все нескладная, красота ты моя ненаглядная. Привела к тебе тропка узкая, красота чудная, не русская. Красота твоя необычная, сумасшедшая, нелогичная. Всяка баба, увидев, подавится, ей такое во сне не представится. Мужики не раз шеи скручивали, и обломы одни заполучивали. А и где же молодец, да удалый тот, что по тропке сердец путь к тебе найдет. Навсегда тебе скажет рядом я, красота ты моя ненаглядная. Еще октябрь не опечалил бегущих вдаль за прошлых дуб. Еще ветра не раскачали берез в редеющем саду. Еще так хочется напиться воды из свежих родников. Еще не скрылись в небе птицы за грань гладких облаков. Еще неведение не мучит, а всплеск желаний не порог. Еще идем по самой лучшей из долгих жизненных дорог. Пью утро своей неуемной жадности пить жизнь в ее проявлениях радостно. Пью день, напоенный земле ароматом и встречи с друзьями.